Лукашенко – это, конечно, весело, но правды из его уст не дождешься. А вот российские военные наконец-то начали говорить все как есть. Ваша армия российская – это вторая армия мира? Вторая. Вторая. Первая Украина. Первая Украина. Ты красавчик просто. Заметили? Украинские военные даже не ожидали такой похвалы. Пленный сам все понял. Ну а действительно, как украинская армия может быть не первой? Какая еще армия в мире может похвастаться беспилотниками, которые берут врага в плен? Это, кстати, не шутка. Украинские военные показали, как после ликвидации всех вагнеровцев один решил сдаться в плен. А привел его к точке сдачи дрон. Выглядит забавно, скажите.